Четыре человека пострадали в ДТП в Макеевке. На пересечении улицы Свердлова и проспекта 250-летия СССР столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. В одной из машин были грудные дети. По предварительным данным ГАИ, виновником аварии стал водитель грузовика. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Здесь столкнулся с «Маздой» и «Шевроле». В салоне последней находилось пять человек. Пострадали пассажиры автомобиля, двое грудных детей, то есть водитель забирал, жену забрал с роддома, двое маленьких грудных детей, старшая дочка 11 лет и непосредственно супруга получили травму.